Станции Рафаэля – это расположенные друг за другом три зала небольших размеров, в среднем 8-10 метров. Свою работу Рафаэль начал со станции де ла Синьатура. Роспись этого комнаты так понравилась папе, что он приказал тотчас сбить две фрески, сделанные там уже другими художниками, и продолжать роспись только Рафаэлю. Станции были расписаны Рафаэлем по заказу папы Юлия II, который намеревался поселиться в апартаментах Борджиа на втором этаже папского дворца. Художник начал работать над фресками в 1508 году, когда ему было 25 лет. Папа был настолько восхищен мастерством молодого Рафаэля, что решил отменить заказ, уже доверенный таким знаменитым художникам, как Лука Синьорелли, Пинтуриккио, Перуджино и Содома. Станции эти носят имя великого мастера Рафаэля, который начал их расписывать с 1509 года и продолжил также при папе Льве X. Тематика фресок посвящена торжеству веры и церкви. Первой была станция де ла Синьатура, названная так в связи с тем, что в ней папа подписывал официальные документы. Здесь Рафаэль проявил все свое искусство в исполнении фресок, спор о святом причастии, своего рода гимн Евхаристии. Афинская школа, где изображены мудрецы и философы древности, среди которых Платон и Аристотель, вместе с прославленными художниками и меценатами эпохи Возрождения, и Парнас – аллегорическое прославление искусств музами и богами. Чтобы подчеркнуть символическую направленность настенных фресок, Рафаэль изобразил в огромных медальонах свода и в окружающих их квадратах аллегории наук и искусств, теологии, юриспруденции, философии, поэзии, астрономии, а на панно – сюжеты грехопадения, суд Соломона, Аполлон и Марси. В 1512-1514 годах Рафаэль работал над декорированием станции Элеодора. Здесь художник разворачивает перед нами череду библейских и исторических событий, сыгравших решающую роль в истории церкви. Эти сюжеты были предложены самим Юлием II. Лев Великий преграждает путь Антиле, иносказательное изображение битвы при Равенне в 1512 году, в которой будущий папа Лев X разгромил французов. Месса – фреска, иллюстрирующая основание Урбаном IV праздника Святого Причастия, являющаяся своего рода ссылкой на обет, данный Юлием II перед осадой Болоньи,
и, наконец, еще две фрески – «Изгнание Элеодора из храма», в которой можно усмотреть намек на борьбу понтифика против врагов церкви, и «Освобождение святого Петра», где, опять же, в иносказательной форме представлено освобождение Льва X, взятого в плен после битвы при Равенне. В течение двух последующих лет, вплоть до 1517 года, Рафаэль расписал свод так называемой станции «Дель-Инчендио», названной так по сюжету главной фрески пожаров в Барго, где изображен Лев IV, останавливающий бушующее пламя крестным знамением. Эта фреска, так же как и другие, победа Льва IV над сарацинами, клятва Льва III, коронация Карла Великого Львом III, были расписаны учениками Рафаэля под его руководством. Во всех этих фресках содержится намек на знаменитых предков, также львов, Льва X, при понтифике которого расписывалась эта станция.